Из всех чисел именно число 7 занимает центральное место в еврейской традиции. Случайно ли это? Каков истинный духовный смысл чисел? Цифры – это всего лишь способ обозначения количественных данных? Или они выражают глубокие понятия? Таинство числа 7. 7 ветвей менуры священного храмового светильника. 7 нот музыкальной гаммы. 7 материков. Голова каждого из нас имеет ровно 7 отверстий. Примеров множество. Число 7 – ключ к благополучию и гармонии. Очередное видеопутешествие с Равом Замиром Коэном. Добрый вечер. Сегодня мы займемся анализом удивительных свойств числа 7. По источникам еврейской мистики, Кабалы. Эта цифра, в соответствии с тайным еврейским учением, несет в себе огромный потенциал. Такие важные сферы, как благополучие, гармония, оптимизм и радость от жизни, связаны с энергией, таящейся в числе 7. Итак, давайте вместе вдумаемся в слова наших мудрецов, которые объясняют секреты числа 7 и почему именно у этой цифры столько чудесных свойств. Итак, учение Кабалы, которое также называется учение о скрытом или учение о тайнах, называется так, поскольку Кабала раскрывает внутренний смысл Торы. К примеру, автомобиль. Снаружи мы видим только кузов, но внутри есть мотор, который приводит его в движение. Каждый традиционный еврей знаком с фразой, которую произносят при церемонии встречи субботы в синагоге. «На встречу субботе давайте пойдем, ведь она источник благословения». Почему же суббота – это источник благословения? Число 7. Вот где скрывается ответ. Ведь по логике должно быть как раз таки наоборот. Если ты в этот день не работаешь, а другой да работает, так он должен разбогатеть, а не ты. Но Кабала утверждает, что суббота это настоящий источник благословения. И в этом надо разобраться, как это возможно и как это работает. Даже при самом поверхностном изучении Торы трудно не обратить внимания, что число 7 очень активно и часто в ней используется. Например, в книге Шмот сказано: «Шесть дней созидал Господь небо и землю, а в седьмой день прекратил работу и пребывал в покое». Но ведь Всевышний мог сотворить мир всего лишь за одну секунду. Почему же тогда он 6 дней работал, а в седьмой день отдыхал? В этом надо разобраться. Почему так? В книге Ваикра сказано: «6 лет трудись, а в седьмой год прекращай работу». Шмита, субботний год. Снова мы видим тот же принцип: 6 и 7. Там же Тора дает заповедь о 50-м юбилейном годе. Когда он уступает? Когда прошло 7 семилетних циклов. На следующий день после праздника исхода из Египта Песах, евреи начинают исполнять заповедь об отчете 7 недель. 7 умножить на 7 – 49, а на 50-й день – праздник дарования Торы – Шавуот. Праздник Песах продолжается 7 дней, Суккот тоже 7 дней. Еврейская свадьба продолжается по традиции 7 дней. Не дай бог, дни траура по умершему родственнику тоже 7 дней. В честь жениха и невесты произносятся 7 благословений. У миноры храмового светильника 7 ветвей. Сколько дней евреи обходили город Иерихон, пока его мощные стены не упали? 7. Первые 6 дней евреи делали 1 круг в день. Причем во главе народа шли 7 священников с 7 шофарами. В 7-й же день евреи совершили 7 кругов вокруг города, после чего его стены чудесным образом упали. Все это доказывает, что в числе 7 есть какой-то внутренний смысл. Далее, когда Всевышний благословлял нашего праотца Авраама, если посчитать, то видно, что он дал ему 7 благословений. Авраам благословляет своего сына Ицхака, а тот своего сына Якова, опять 7 благословений. Причем интересно, что благословение это разное, но все крутится вокруг числа 7. У Самсона волосы были сплетены в 7 длинных прядей, от которых зависела его сверхъестественная сила. И так далее. Изучая еврейскую традицию, мы встречаем в ней очень много загадочных семерок. Но интересно, что и в нашем сугубо материальном мире число 7 очень часто встречается. Есть также области, представляющие собой нечто среднее между материальным и духовным. Сколько, например, нот в музыкальной гамме? Как известно, 7. Музыка – это тоже некая духовная субстанция.
Нет такой святости, как Тора и заповеди. Но все-таки. Рассказывается о пророке Илише, когда ему было трудно установить контакт со Всевышним, он приглашал музыканта. И стоило тому заиграть, как на Илишу нисходил пророческий дар. То есть радость, вызываемая музыкой, может поднять дух человека и способствует получению пророчества. Мудрецы Каббалы учат, что в духовных мирах сфера музыки находится близ сферы святости. Сколько материков есть на нашей планете? 7, но и духовных сфер тоже 7. Теперь обратимся к нашему телу. Каббала утверждает, что форма и устройство нашего тела соответствуют строению высших духовных миров. Вы задумывались, из скольких частей состоит наше тело? Из 7. Итак, первая часть – это голова, туловище и две руки, получается еще 3 части, две ноги и место, отмеченное святым знаком союза обрезанием, еще 3 части, все вместе, получается 7. Сколько отверстий в нашей голове? Эти отверстия нужны нам для того, чтобы слышать, видеть, обонять, принимать пищу. Их тоже 7? Давайте посчитаем. 2 уха, 2 глаза, 2 ноздри, получается 6. И, наконец, рот, все вместе, снова получается 7. Теперь давайте мысленно проведем вертикальную линию, разделяющую лицо человека на 2 части. У нас получится 3 слева и 3 справа, то есть ухо, глаз и ноздря с каждой стороны и рот посередине. Эта схема напоминает нам устройство храмового светильника Менуры. 3 ветви справа и 3 ветви слева и одна посередине. Посмотрите внимательно на это изображение храмового светильника. Вы видите, что язычок пламени центральной свечи стоит прямо, в то время как пламя боковых свечей обращено к середине. И здесь тоже тот же принцип. 3 справа, 3 слева и одно посередине. И, конечно же, эта загадка требует своего разъяснения. Что за всем этим скрывается? Обратимся к первому стиху Торы. Сколько в нем есть слов? «Берешит бара Элухим эт гашамаим веэт гаарец». Всего 7 слов. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Первые 3 слова «вначале сотворил Бог». Чему они посвящены? Творцу этого мира. Во второй части стиха «вначале сотворил Бог небо и землю» есть не 2 слова, как в русском переводе «небо и земля», а 4. Дело в том, что наряду со словом «шамаим» – «небо» и «арец» – «земля» здесь также употребляются предлоги «эт», которые обозначают «вместе». То есть правильный перевод этого стиха «вначале сотворил Бог небеса и все, что на них, землю и все, что на ней». И вот этот предлог «эт» как раз и является центральным четвертым словом стиха. Причем он состоит из 2 букв – «алев» и «тав». «Алев» – это первая буква алфавита, которая обозначает единство Всевышнего. И «тав» – это последняя буква алфавита, и она обозначает самый низший уровень творения. Таким образом, центральное слово первого стиха Торы связывает начало с концом Бога и его творения. И интересно, что по Каббале суббота, которая является источником благословения, соответствует центральному стволу Менуры. И поэтому правильная схема недели – это не, как обычно думают, 6 будних дней и следом за ними суббота, а 3 дня будних, суббота и после нее еще 3 будних дня. И эти будние дни освещаются светом субботы. То есть среда, четверг и пятница до нее – воскресенье, понедельник и вторник после нее, а суббота в центре. Итак, что же скрывается в числе 7? Великий еврейский мудрец Магараль из Праги указывает в своих трудах на важный принцип, лежащий в основе Каббалы. У каждого числа есть особенный смысл. Цифры у евреев обозначаются буквами, и такое обозначение несет в себе гораздо большую смысловую нагрузку, нежели принято у других народов использование значков цифр. Ведь в отличие от цифры, у каждой буквы есть 3 параметра, эквивалентных 3 потокам духовной энергии, как объясняют каббалисты. А именно, форма написания буквы, произношение буквы и ее численность. Назначение гематрия. Таким образом, через буквы святого языка проходит огромная духовная энергия, ведь ими Всевышний сотворил мир. Итак, численное значение – это всего лишь один из параметров буквы, и у каждого числа есть свой смысл. Число 6 выражает материю. Почему? Любой материальный объект имеет границы, в отличие от духовности, не имеющей их. Духовность не скована пространственно-временными рамками, а вот материя ограничена.
Возьмем любой материальный объект. Это может быть стакан или стул, помещение, в котором мы находимся. В любом случае, мы всегда обнаружим, что у материального объекта есть шесть сторон. Восточная, западная, северная, южная. Или же другими словами, передняя, задняя, правая и левая. А также верхняя и нижняя. Вот шесть сторон, который имеет любой материальный объект. И это рамки, которыми он ограничен. Поэтому число 6 обозначает материю. И вообще на языке каббалистов число 6 и понятие материя являются синонимами. А вот 7 это нечто более высокое. 7 выражает духовность, но только ту духовность, которая заключена в материи. К примеру, тело человека материально, но это только оболочка. Наше настоящее «я» — это та духовность, которая дает жизнь телу. Поэтому тело относится к числу 6. А вот душа, которая дает жизнь телу, связана с числом 7. И также любая духовность, которая выше своей материальной оболочки, относится к числу 7. Важно знать, что у каждого материального предмета есть своя духовная сущность. Даже неживые предметы, по утверждению Кабалы, имеют душу. То, что сегодня открывает современная наука, что внутри неживой материи на самом деле происходит движение электронов и так далее, все это показывает, что у нее тоже есть духовность. Итак, здесь кроется объяснение, почему Всевышний сотворил мир за 6 дней. Конечно же, он мог сотворить его за одну секунду. Но на самом деле, творя мир 6 дней, Всевышний определил связь материи и числа 6. Поэтому в Торе сказано, 6 дней творил Всевышний небо и землю, а в седьмой день прекратил работу и пребывал в покое. Там же, где мы встречаем в Торе 7 помноженное на 7, то есть духовность в квадрате, содержится намек на бесконечность. Например, 50-й юбилейный год или дарование Торы на 50-й день после выхода из Египта. В Торе написано про раба, добровольно желающего остаться в рабстве, и будет служить он тебе вовек. Но мудрецы объясняют, что не имеется в виду, что он будет в рабстве вечно, а лишь до конца 50-летнего цикла. В юбилейный же год, и он тоже должен выйти на свободу. Получается, что 50 лет представляют собой с точки зрения мудрецов полностью завершенный цикл, а число 50 что-то совершенное, уходящее в вечность. И это число помогает раскрыть информацию, содержащуюся в скрытых пластах Торы. Еще в древности каббалисты писали, что Тору можно читать не просто как обычный текст, но также и считая определенные промежутки между буквами. Как известно, существует 4 уровня понимания Торы: простой смысл, намек, глубокий смысл и тайна. И у каждого пласта есть 70 сторон понимания, как бы 70 углов, под которым его можно рассматривать. И каждое понимание разделяется на 600 тысяч составных частиц, а те в свою очередь делятся дальше до бесконечности. Это похоже на наше тело. Оно состоит из органов, а те из частей, а части из клеток. Сегодня выясняется, что молекула ДНК, генетический код, имеющийся в каждой клетке, содержит в себе информацию о всем организме. И также чудесным образом в Торе закодировано невероятное количество информации. В предыдущем поколении был раввин по имени Рав Вайсмандель, и он приводит в своей книге удивительную информацию. Он пишет об открытых им кодах Торы. Сегодня с помощью компьютера эта тема усиленно изучается, есть отдельная, очень интересная лекция на эту тему. Выясняется, что вся история мира, не только большие события, но и мелкие детали и подробности закодированы в Торе с помощью кодов. Так, например, компьютер обнаружил в Торе информацию о гибели израильского космонавта Илана Рамона на орбитальной станции Колумбия. В определенном месте Торы, если считать каждую 1822 букву, то получится фраза «Смерть на Колумбии». И в этом же отрывке указано имя космонавта Илан Рамон с промежутком в 11 букв. Игорь Песецкий, один из серьезных исследователей этой темы, решил с помощью компьютера проверить, где в тексте Торы появляется словосочетание «Илан Рамон» с равными промежутками между буквами. Выяснилось, что в Торе есть несколько таких мест, и вот перед нами одна из полученных им таблиц. Напомним лишь, что Илан Рамон был первым и пока что единственным израильтянином, поднявшимся в космос, и его трагическая гибель потрясла израильское общество и евреев всего мира. Итак, в этой таблице мы видим имя Илана Рамона в третьей строке снизу, написанное слева направо с промежутком в 11 букв.
алиф через 11 букв, юд через 11 букв, ламед, потом нун и так далее. Его имя найдено в отрывке Торы, рассказывающем об нашем праотце Аврааме, книга Береши, 24 глава, 1 пасук. Простой смысл начала этого отрывка гласит: «И Авраам стар на склоне дней, и Господь благословил Авраама во всем». После этого компьютеру было дано задание прочесать Тору с целью найти там слово «Колумбия». Оно было найдено в этой же таблице с промежутком 1822 буквы. Конечно же, человек без компьютера такое бы почитать не смог. И что удивительно, оказалось, что буквы, которые предшествовали появлению названия «Колумбия», то есть между этими буквами такой же промежуток 1822 буквы, как и между буквами названия «Колумбия». Так вот, эти буквы складываются в еще два слова: «смерть на». Таким образом, все вместе можно прочитать как «смерть на Колумбии». И в этой же таблице, в непосредственной близости от этой удивительной находки, появляется слово «Илан Рамон», а также оно появляется второй раз с минимальным промежутком возле буквы «Юд» слово «Колумбия», «Рамон». По мнению профессора математики Ильяу Рипса из Еврейского университета в Иерусалиме, такое совпадение не может быть случайным. Тем более, что в Торе есть еще очень много подобных поразительных находок. Профессор Рипс пишет в своем научном исследовании, что это невозможно объяснить с точки зрения статистики случайными совпадениями, тем более, что когда проводили эксперименты с другими текстами, то подобных находок, поразительных по своей мощности, не обнаружилось. И, конечно же, такая информация не могла быть закодирована человеком, даже если бы он предвидел будущее. Вы, наверное, сталкивались с такой интеллектуальной игрой, когда вам предлагают таблицу, состоящую, на первый взгляд, из бессмысленного набора букв, но при внимательном анализе оказывается, что в ней появляются разные названия фруктов, скажем, или овощей. Любому здравомыслящему человеку ясно, что все эти названия кто-то там специально зашифровал. Ведь не может быть, чтобы случайно таблица из букв содержала столько информации. Так вот, Тора – это огромная таблица из букв, в которой, по мнению наших мудрецов, зашифровано все будущее и все законы устной Торы до мельчайших деталей. И все это научно доказано. Вы можете заказать в нашей организации диск с полной лекцией на эту тему. Итак, перед нами таблица. Если смотреть по вертикали, мы начинаем с буквы «Гей» и переходим к букве, которая находится прямо под ней в следующей строке. Это буква «Тав». Поскольку длина строки 36 букв, то когда мы переходим от одной буквы к другой, которая находится непосредственно под ней, то мы на самом деле отсчитываем в таре 36 букв. Двигаясь таким образом в вертикальном направлении сверху вниз, мы обнаруживаем букву «Алеф» и так далее. То есть мы имеем дело с сочетаниями букв с равными промежутками между ними. Промежутки эти равны длине строки, в данном случае 36. Если продолжать таким образом дальше по вертикальной линии, то мы получим слово «гатеумим», то есть «близнецы». Но здесь надо сделать важное замечание. Буква сочетания небольшой длины, ну скажем до 8 букв, могут появиться в любом тексте, в любой газете, книжке и так далее. И в этом нет ничего удивительного. Важно знать, что с точки зрения статистики, такое появление будет вполне закономерно. Любое исследование, пренебрегающее этим правилом, теряет просто всякий смысл. Итак, я подчеркиваю, буква сочетания длиной в 4 или 5 букв появляются в Торе тысячи раз, так же как в любой другой книге. Их можно найти практически на каждой странице. Буквосочетания длиной в 5-6 букв появляются сотни раз, в 6-7 букв – десятки раз, 7-8 букв можно найти только считанные разы. Слова же, состоящие больше, чем из 8 букв, имеют очень маленькую вероятность быть найденными в тексте такой величины, как Тора. Прибавление каждой дополнительной буквы уменьшает вероятность нахождения на порядок. В слове «близнецы» на иврите имеется 7 букв. Поэтому его появление в Торе вовсе не повод для восторга.
С тем же самым успехом мы могли бы его найти в любой другой книге. Выявился эмпирический принцип, согласно которому мы должны обратить внимание в первую очередь на появление слова с минимальным промежутком между буквами. Важно также заметить, что мы работаем с находками буквосочетаний как в прямом, так и в обратном порядке. Но в любом случае мы сначала обращаем внимание на минимальный промежуток, а потом на второй, третий по длине промежутка и так далее. Например, шаг 36, с которым появляется слово «близнецы» в нашей таблице, является минимальным для всего текста Торы. Но, как уже говорилось, ничего удивительного в этом нету. Точно такую же находку можно сделать в любом другом тексте. Теперь двинемся дальше. Итак, здесь мы видим, посмотрите, пожалуйста, внимательно, красным цветом выделена буква «Мем». Теперь спустимся на две строчки вниз и сдвинемся на одну букву назад, буква «Гимел». Между «Мем» и «Гимел» 2 помножить на 36, это 72, минус 1, получается 71 буква. Таким же образом от «Гимела» читаем 71 букву, получим букву «Далет», дальше таким же образом получим букву «Ламед», отчитаем еще 71 букву и получим букву «Юд». То есть, любое расположение букв внутри таблицы по прямой линии обозначает, что данное буквосочетание найдено в Торе с равными промежутками. Длину промежутка легко посчитать, зная количество букв в строке. В данном случае мы нашли слово «башни» с шагом 71. И снова заметим, что слово «башни» – это короткое слово, содержащее всего лишь 5 букв. И поэтому находка такого буквосочетания в тексте Торы не представляет собой ничего удивительного. И с тем же самым успехом его можно было бы найти в любой другой книге. Шаг 71, с которым это слово найдено, не самый маленький, но второй по величине в книге Бамидбар. Но давайте теперь обратим внимание на близость слова «башни» к слову «близнецы». Хотя появление каждого из этих слов в отдельности является вещью нормальной с точки зрения статистики, но вот нет никакой причины, чтобы слово «башни» с вторым минимальным промежутком в книге Бамидбар появилось прямо рядом со словом «близнецы», который является минимумом для всей Торы. Вот тут мы и начинаем наблюдать явления, подобным которым не найдешь в других книгах. Итак, мы обнаружили здесь статистическое отклонение, выражающееся в близости найденных слов, которые к тому же связаны между собой по смыслу и появляются с минимальными, более-менее для всей Торы промежутками. Поехали дальше. Здесь вы видите букву «Мем». Какой промежуток от «Мем» до «Тет»? Давайте почитаем. Один шаг вниз – это 36, 3 назад – 33. Теперь отчитаем еще 33 буквы, получится буква «Вав», еще 33 буквы и доходим до буквы «Самех». Получилось слово «самолет», «матос», с обратным шагом 33. Это второй по величине минимальный промежуток для данного буквосочетания во всей книге Бамидбар. И опять же, все те замечания, которые мы высказали относительно появления слова «башни», относятся также и сюда. То есть само по себе появление слова «самолет» с равными промежутками – это нормальное статическое явление, которое может появиться в любом месте. Но вот нет никакой логичной причины, почему это слово появляется именно здесь, в непосредственной близости от предыдущих находок. И на это любой ученый обратит внимание. Кроме того, мы здесь видим слово «обрушил» с промежутком в 39 букв. «Самолет», «обрушил», «башни», «близнецов» два раза. Слово «два раза» появляется в прямом тексте Торы. Здесь сказано: «И поднял Моше свою руку и ударил своим посохом по скале два раза». Итак, довольно странно, почему найденные слова расположены так близко друг к другу. Возникает вопрос, насколько велика вероятность такого совпадения с точки зрения статистики. Я провел математический компьютерный эксперимент, взяв для этого 10 тысяч различных контрольных текстов. В этом эксперименте программе поиска было задано найти в контрольных текстах три ключевых слова: самолет, башни и близнецы. Почему именно эти три слова? Да потому что они являются базисными для описания всем нам известной истории.
Как бы вы ни рассказывали о трагедии 11 сентября, вы никогда не обойдетесь без этих трех слов: самолет и башни близнецов. Вместо слова «обрушил» можно употреблять слово «уничтожил», «атаковал», любые другие слова. Но невозможно рассказать о происшедшем, не употребляя слово «самолет» и «башни близнецов». Как я уже объяснял, любое из этих трех слов может случайно появиться в тексте такого размера, как Тора, поэтому во всех контрольных текстах эти слова присутствовали. Затем мы измеряем, на каком расстоянии эти три слова находятся в контрольных текстах друг от друга, и есть определенная математическая формула, с помощью которой можно получать коэффициенты, выражающие вероятность приближения. Если вероятность маленькая, то числовое значение коэффициента большое. Если вероятность большая, то наоборот, коэффициент маленький. И вот когда мы проанализировали распечатку компьютерного исследования 10 тысяч контрольных текстов и сравнили с данными, полученными в Торе, оказалось, что коэффициент книги Бамидбар был самым высоким среди всех прочих текстов. То есть, если мы говорим только о вероятности концентрации этих трех слов, то она будет составлять как минимум 1 к 10 тысячам. С точки зрения математики уже этого достаточно, чтобы убедиться, что такое явление не может быть случайным. Эта таблица была обнаружена в тот же день, всего лишь через несколько часов после того, как случилась трагедия. Интересно, что несколько исследователей, независимо друг от друга, одновременно открыли эту таблицу. Три разных человека позвонили в этот же день мне и сообщили о находке. Все они, не договариваясь, искали с помощью компьютера в Торе одни и те же слова. Но это и понятно, какие же слова они еще должны были искать. И то, что все трое независимо друг от друга пришли к одной и той же таблице, еще раз показывает, насколько данное исследование объективно. Плюс мы имеем здесь очень маленькую статистическую вероятность такого совпадения, как уже говорилось, не более 1 к 10 тысячам. Не говоря уж о том, что я проигнорировал все остальные совпадения, слово «два раза», «обрушил» и также множество других деталей, которые в этой таблице присутствуют. Даже если мы берем только три центральных слова, то все равно приходим к выводу, что вероятность чрезвычайно мала. И вот еще одна удивительная находка. Давайте вместе посмотрим на первый стих Торы. На этот раз мы начнем отсчет от последней буквы первого слова Торы в начале, «берешит» на иврите, буквы «тав». Отсчитаем от нее 49 букв и отметим 50-ю букву. Давайте посмотрим, что же это за буква. Итак, сделав промежуток в 49 букв после «тав», мы пришли к букве «вав». Отсчитаем еще один промежуток длиной 49 букв. Мы выходим на букву «рейш». Еще 49 букв «гей». Все это вместе получается слово «тора». Ну, может быть, случайно. Но проблема, что и в следующей книге Торы, «шмот». Первый ее стих гласит: «Вот имена сынов Израиля, которые пришли в Египет». От первой буквы «тав» посчитаем по тому же принципу, у нас снова получится слово «тора». Посчитаем каждую 50-ю букву «тора». А теперь обратимся к двум последним книгам Торы. У нас получится красивая схема, напоминающая храмовый светильник. Итак, в первой книге Торы «Берешит» каждая 50-я буква образует слово «Тора». Во второй книге «Шмот» то же самое «Тора». Пропустим пока книгу «Вайкра», мы к ней еще вернемся, она является как бы центральным стволом Миноры. Но вот в четвертой и пятой книгах Торы снова каждая 50-я буква образует слово «Тора». Но на этот раз в обратном порядке. В начале «Гей», потом «Рейш», потом «Вав», «Тав», так в книгах «Бамидбар» и «Дворим». Но если кто-то заупрямится и скажет, что это все-таки случайность, но у нас для него есть сюрприз, поскольку в конце каждой книги Торы это явление вновь повторяется. В конце книги Берешит каждая 50-я буква вновь образует слово Тора. Тав, вав, рейш, гей. И точно так же в книге Шмот. А вот в конце книг Бамидбар и Дворим слово Тора снова появляется, но уже в обратном порядке. То есть это слово зашифровано как в начале, так и в конце каждой книги Торы. Но вот в книге Вайкра, которая стоит посередине, слово «тора» не находится. Но зато если посчитать от первой буквы «юд» слово «Вайкра» 7 букв, то мы обнаружим четырехбуквенное имя Всевышнего – «юд», «гей», «вав», «гей». Теперь давайте нарисуем схему полученных нами данных в форме храмового светильника. Семисвечник Миноры, как известно, скрывает в себе тайны числа 7 и чисел кратных 7, и мы обнаружим интересную вещь. Первый ствол, разделяющийся на 2, это книга Берешит, в начале и конце которой есть слово Тора. Тоже мы наблюдаем во второй книге Шмот,
Но когда мы переходим к концу Торы, там мы видим слово Тора, написанное в обратном порядке, как в начале каждой книги, так и в конце. Любой традиционный еврей хорошо знаком с 67 главой книги Псалмов, которую принято печатать в молитвенниках в виде храмового семисвечника. У нас есть отдельная, очень интересная лекция о тайнах, которые скрываются в этом псалме. «Ламинацеах бен генот мизмор шир» — совершенно потрясающий текст. И там тоже мы сталкиваемся с тем же принципом, когда последние ветви миноры идут в обратном порядке. Итак, мы видим, что число 7 и кратные ему числа обладают особыми свойствами. Также в главе, рассказывающей о сотворении мира, слово «Бог» упоминается 35 раз, то есть 7 помножить на 5. Вначале сотворил Бог небо и землю. Про слово «Бог» мы уже сказали. Слово «небо и земля» тоже записано в этой главе в количествах кратных 7. Можете посчитать сами. Слово «небо» упоминается 21 раз, то есть 7 помножить на 3. И также слово «земля» 21 раз, 7 помножить на 3. Кстати, общее количество появления этих трех ключевых слов составляет 77. Видно, что это все зашифровано, запрограммировано. И мы уже упоминали, что по Каббале число 6 обозначает материальный мир, поэтому Всевышний сотворил его за 6 дней. В седьмой же день он прекратил работу и пребывал в покое. Объясняет еврейский мудрец Маграль, как в свете этого понять, что суббота является источником благословения. Как вдруг суббота стала источником благословения? Ведь по логике как раз таки наоборот. Знаете ли вы, что еврейский народ первым установил выходной день? Все остальное человечество работало 7 дней в неделю. Без выходных. Вплоть до того, что римляне называли евреев бездельниками. У них просто не укладывалось в голове, как этот человек седьмую часть жизни не работает. Лишь впоследствии народы мира поняли, что даже с точки зрения повышения производительности труда, надо дать работнику отдохнуть один день в неделю. И этот выходной себя окупит, поскольку работник выматывается за рабочую неделю. Дай ему хотя бы один день в неделю отдохнуть, тогда его уровень жизни повысится, он будет работать с большим желанием. Но когда евреи начали соблюдать шаббат, то все остальные народы над этим смеялись. Как это евреи седьмую часть жизни праздно шатаются? И вот пишет Магараль. Когда человек работает 7 дней в неделю, что собственно при этом происходит? Когда человек работает первые 6 дней недели, он производит что-то материальное. Как это называется? Делать деньги. Он производит материю. Но когда материальное тело оставляет душа, что происходит с этим телом? Оно разлагается. Не раз ко мне подходят слушатели после лекции и задают один и тот же вопрос. Смотри, я работаю в субботу, к сожалению, но не потому, что я этого хочу. Просто мне очень нужны деньги, а в субботу больше платят, ну приходится работать. Но есть у меня один коллега, он соблюдает шаббат. Ну конечно, зарплату он получает меньше, чем я, ведь в шаббат он не работает. И вот я вижу, что мои деньги попусту разбазариваются. То мотор у машины сломался, то зубы надо лечить. И у меня постоянно минус в банке, а он очень хорошо заканчивает каждый месяц. Я ему отвечаю, но ты же сам говоришь, что у тебя нет благословения в деньгах. Здесь в Израиле это очень расхожая фраза, нет благословения в деньгах. Посмотри в Сидур, говорю я ему. Что там написано? Идем навстречу субботе, потому что она источник благословения. Но это против твоей логики. Ты думаешь, если работать в субботу, то заработаешь больше? Объясняет Маараль, ничего подобного. Тело без души разлагается. Деньги – это тоже материальная вещь. Ты делаешь деньги 6 дней. Теперь ты хочешь, чтобы была душа, которая оживляет это тело. Ты хочешь оживить эти деньги. Только учти, что соблюдать субботу – это не значит не ходить на работу. Надо соблюдать ее по законам Торы. Действительно, когда человек сталкивается с этими понятиями, то ему кажется, что такого не может быть, это противоречит здравому смыслу. Но когда он углубляется, начинает анализировать факты, то картина начинает меняться. Может, кто-то помнит, как в израильской прессе появились сообщения, что сравнительно с другими израильскими торговыми центрами, которые работают в субботу, каньон израильского религиозного миллиардера Льва Леваева, который родом из России, принес как раз больше прибыли, несмотря на то, что он закрыт в субботу. А ведь его конкуренты утверждают, что самый доходный для них день – это как раз суббота. Но если суббота – это самый прибыльный день, так почему же каньон, который закрыт в субботу, приносит больше доходов, чем другие торговые центры? Ответ готов. Навстречу субботе давайте пойдем, потому что она – источник благословения. Это тайна числа 7.
Вопрос, кто заработает больше, тот, кто работает 6 или 7 дней в неделю? У того, кто работает в субботу, больше шансов заработать? 7 дней? Ну понятно, что 7 дней. 6 или 7? 7? Я думаю, 7. Тот, кто работает 7 дней. 7 дней. А как вы можете объяснить, что торговый центр, который закрыт в субботу, приносит больше доходов, чем другие каньоны, которые работают в субботу и расположены в не менее доходных районах? Странно, очень странно. Это как-то нелогично, я не знаю. Но это чудо какое-то. Но согласно принципу, сформулированному Магаралем, все становится на свои места. Когда Бог дал еврейскому народу заповедь соблюдать в субботу, а когда он дал им эту заповедь? Несмотря на то, что это одно из 10 речений, которые записаны на скрижалях, полученных время на горе Синай, еще до дарования Торы на горе Синай Всевышний заповедал евреям соблюдать субботу. Посередине пути из Египта на гору Синай, на остановке под названием Мара, у евреев возникла проблема. Они нашли там колодец, но вода его была слишком горькой и непригодной для питья. И тогда Всевышний сказал Моше: «Возьми определенное дерево, которое тоже само по себе было очень горьким, и брось его в воду, и она станет пресной». Моше это сделал, и действительно евреи смогли пить воду. Говорит Тора: «Там поставил ему закон и устав, и там испытал его». Вот там евреи получили заповедь соблюдать субботу. Почему именно там? Как это связано с контекстом? Ведь Господь знал, когда Он приказывает евреям: не работайте в субботу, против общепринятых во всем мире норм, так человек же усомнится и скажет: секундочку, если я не буду работать, как же мне хватит на жизнь? Поэтому Бог говорит человеку: смотри, ты думаешь, что для того, чтобы сделать горькую воду пресной, надо бросить в нее что-то сладкое? Ты привык к тому, что кофе подслащают сахаром, чай, скажем, медом? Ты, наверное, думаешь, что если в горькую воду бросить горькую древесину, то она от этого не станет сладкой. Говорит Бог евреям: но вы же видите своими глазами, что по моему слову вода из горькой стала сладкой с помощью дерева. Так вот, я как творец мира сообщаю вам тайну. Шаббат – это и есть источник благословения. Число 7 – это внутренний двигатель. Это мотор, приводящий в движение все материальное. Поэтому в Торе так много вещей завязано на числе 7, поскольку 7 – это духовность. Это духовное измерение, которое дает жизнь миру. Но бывают люди, которые говорят: я все понимаю, я совсем согласен, и в силу кабалы я тоже верю. Я знаю, что все это правда, но что ты от меня хочешь? Чтобы я соблюдал шаббат? Но это же так трудно. Есть сегодня много людей, которые пытаются соблюдать субботу частично. Что-то они соблюдают, а что-то нет. Делают кидуш, потом включают телевизор. Утром идут в синагогу, а потом едут к родственникам. Ну, и им кажется, что субботу соблюдать очень-очень тяжело. Такой человек про себя думает: но если я бы соблюдал субботу по всем правилам, как эти религиозники, так вообще бы что со мной стало? Ну, вроде бы все логично. Но с другой стороны, что-то здесь странно. Спросите у человека, который по-настоящему соблюдает субботу. Он как раз не жалуется, что ему ее трудно соблюдать. Да он за миллион долларов не нарушит субботу. Те, кто по-настоящему соблюдают субботу, испытывают в субботу ощущение, что они как будто бы не находятся в земном мире. Ну и как это понять? Тот, который говорит: это я соблюдаю, это я не соблюдаю, и ему тяжело. А другой говорит: я воздерживаюсь от любой работы в субботу, согласно всему списку из 39 видов работ, приведенному в Талмуде в трактате Шаббат. Пахать, сеять, жать, вязать снопы, обмолачивать, веять, варить, зажигать огонь, писать, стирать, срывать, например, человек вырывает волос или стрижет ногти, это тоже работа. В Галахе есть базисные виды работы, которые также называются отцы, и их подвиды, которые называются потомки. Например, в нашем случае базисный вид работы – это стрижка овец. А вот стрижка волос, ногтей, вообще всего, что растет на живом – это уже потомок. Но вот если человек срывает растение или какую-либо его часть, то это относится к работе жать, является ее подвидом. Тот, кто поливает, нарушает субботу, поскольку это является подвидом работы сеять. Полив, так же как и сеяние, приводит к росту растения. Строить, разрушать, шить, ткать, вязать – все это запрещено в субботу. Стирка в субботу. И речь идет не только про пуск стиральной машины. Человек увидел пятно на своей одежде, взял салфетку, тряпочку, намочил ее, вытер грязное место. Нарушил субботу, поскольку это стирка. Увидел жирное пятно на одежде, посыпал солью, тальком, чтобы масло впиталось. Опять нарушил субботу.
Протер влажной тряпкой стол, а потом отжал ее в раковине. Это тоже нарушение субботы. Не всем известны эти детали. Но человек скажет, ну что, неужели до такой степени? Но человек, который действительно все это соблюдает, говорит, что он как будто бы и не находится в земном мире. Так кто же из них прав? Этот рассуждает вроде бы логично, что если он соблюдает часть, и ему так тяжело, так тем более он не выдержит, если будет соблюдать все. А другой ему кричит, да ты же не понимаешь, что ты при этом теряешь. Это же самое большое наслаждение. Давайте приведем такой пример. Представьте себе, вот встречаются две женщины, подруги. Алло. Привет, Соня. Хай, Галя. Сколько лет, сколько зим? Что слышно? Где я вчера была и не спрашивай. Не спрашивать? Ну хорошо, тогда я вешаю трубку. До свидания. Да нет, спроси, спроси. Да я ж просто пошутила. Ну что, как дела? Вчера я была на выступлении первого шеф-повара мира. Первого шеф-повара мира? Ты не перепутала? У тебя всегда все самое первое. Не второе, не третье, понимаешь? Все у тебя самое первое. Короче, он дал нам рецепт, как сделать самый лучший торт в мире. Ну, самый лучший, самый лучший. У тебя всегда все самое лучшее. Ну, вот я испекла этот торт семье моего мужа. Они ели его не переставая. Они облизывали пальчики. Они даже пошли облизать печку, в которой он был испечен. Вот так вот. А, так жалко, что ты его не поставила на пол. Они бы тебе вымыли бы пол. Что ты говоришь? Такой потрясающий успех. Ну, так что это за рецепт? Расскажи мне поскорее. Ну, ты пишешь? Так, где там мой блокнотик? Сейчас я приготовлюсь. Ну, давай, давай, говори. Так, 4 яйца, стакан меда. Ну, надо уже приступать к работе. Гости идут. Приготовлю торт. Первым делом 2 стакана муки. Пожалуйста, вот вам 2 стакана муки. А сейчас нужно масло. А вот у меня как раз таки масла и нету. Ну, ничего страшного, можно уже положить маргарин. Ну хорошо, вот и положим маргарин. Ну какая разница там, масло, маргарин. Вот и положим вместо масла маргарин. Так, теперь после маргарина по рецепту нужно положить стакан меда. Но у меня же нет этого самого меда. Но ничего, я еще не в отчаянии. Можно же вместо одного стакана меда положить 7 стаканов сахара. Тот же самый результат. А вот сейчас возьмем миндаль. Да уж, но вот мой муж, умник такой, не купил миндаля. Ну что же положить вместо миндаля? Ох, ну положу, например, подсоленных земляных орешков. Ничего страшного, это придаст дополнительный аромат. Ощущение такого чего-нибудь жевательного. Так, вот я беру формочку и кладу весь этот наш прекрасный торт самого лучшего шефа в мире. Кладу его. Что-то я ничего не понимаю. Галя мне говорит, самый лучший шеф-повар. Самый бесподобный рецепт. Никто не хочет вообще к нему прикоснуться, к этому торту. Что здесь происходит вообще? Алло, Галя? Да как тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Ты совесть совсем потеряла? Это что, торт вообще? Что ты мне за рецепт такой дала? Да успокойся, что ты так кричишь? Что случилось? Что? Что случилось? Самый лучший шеф-повар, самый лучший торт. Фу, какая мерзость. Галя, что с тобой стало? Ты что, специально надо мной поиздевалась? Да подожди, подожди. Что такое? Ты уверена, что ты делала торт по точно по тому рецепту, который я тебе дала? Что? Что ты там говоришь? Рецепт? Какой еще рецепт? Да если бы я сделала точно по твоему рецепту, так от одного бы запаха гости убежали бы из моего дома. Вот вам притча. Кто понял хорошо? То есть, когда Бог дал инструкцию по эксплуатации этого мира и сказал, что суббота приносит благословение. И так говорит Талмуд, что тот, кто соблюдает шаббат, на 1/60 как бы уже находится в Ган-Эдене. Но Бог гарантирует такой результат только тем, кто следует точному рецепту. Если ты идешь точно по его инструкции, то все будет хорошо. Если нет, кто же этот пирог сможет кушать?
И если мы посмотрим, как это работает на практике, то мы убедимся, насколько все это логично. Давайте представим себе, хотя это трудно писать словами, какая атмосфера в семье, которая соблюдает субботу по всем правилам. По рецепту, без всяких уловок и хитростей, то, что можно, можно, то, что нельзя, нельзя. Обычно в таком доме, в последние часы перед наступлением шаббата, воцаряется какая-то особая атмосфера. Разносятся запахи любимых всей семьей блюд. Беготня, спешка, последнее приготовление, скоро наступит суббота и будет запрещено делать разные вещи. Все участвуют в приготовлениях, еда уже стоит на субботнем платье, на столе белая скатерть, две субботних халы, вино для кидуша, серебряный кубок, приготовлены свечи, члены семьи тщательно моются, одевают самые лучшие одежды. Праздничные одежды у евреев не только для званых обедов. Каждую неделю есть 24 часа, когда Бог от нас хочет, чтобы мы хорошо одевались. Чувствуется некоторое напряжение. И вот наступает время зажигания субботних свечей. Жена зажигает их, молится. Просит за мужа, детей, за себя. Молится о мире, здоровье, благополучии. Написано, что молитва возле свечей особенно действует. Это время начала субботы, седьмого дня, духовного измерения. Особое время. И поэтому молитва особая сила. Наши бабушки молились со слезами на глазах, когда зажигали святые субботние свечи. Они молились, чтобы их дети выросли настоящими евреями, за мужа, драгоценные минуты. Наконец, мама опускает ладони, закончив зажигание свечей. Она улыбается детишкам, которые вертятся вокруг нее с любопытством, и говорит им «Шаббат шалом». Давайте задумаемся, вот это тепло, любовь, материнский поцелуй с такой нежностью в такое время. Можно ли увидеть что-то подобное в обычный будний день? Нет, конечно. Сколько бы женщина ни пробовала вот так улыбнуться ребенку в другой день, у нее не получится. Потому что в обычное время ее голова чем-то занята, у нее какие-то проблемы, она только что вернулась с работы, и теперь она думает, что ей надо делать по дому. Но в эту субботнюю минуту она знает весь мир по стойке смирно. Теперь весь дом ждет кидуша, возвращения папы из синагоги. Мама знает, я с детьми сейчас, дети со мной. Все время наше. Улыбки, спокойствие, гармония. Мама сидит вместе с детьми, рассказывает им истории, слушает их. Какая чудесная атмосфера. И вот стук в дверь. Муж вернулся вместе с старшими сыновьями из синагоги. Дверь открывается, шаббат шалом, с улыбкой, с радостью. Отец никуда не спешит, он сейчас с семьей. Он не торопится включить телевизор, чтобы посмотреть очередной сериал. Он спокоен. Нет телевизора, нет радио, нет телефона, мобильника. Шалом алейхем, малахи ашарет, малахи эльон. Ви мелех, малахи амелахим, הקדוש ברוך הוא. השמיים והארץ וכל צבאם. Съемки производились не в субботу. Когда женщина смотрит на своего мужа в субботу, она невольно ловит себя на мысли, неужели это мой муж, который вечно спешит, тяжело работает, жалуется на проблемы. Вот он стоит празднично одетый, дети вокруг него. Это царь, как он прекрасно улыбается. Не то что в будний день, когда с ним даже минуту невозможно спокойно поговорить. То один сотовый зазвонил, то другой, то начальник, то подчиненный. Вот сейчас он принадлежит мне, семье, всецело. Все усаживаются за субботний стол, поют вместе «Шалом алейхем»,
«Приветствуем вас, ангелы-служители Всевышнего!» Празднично горят свечи, потом переходят к хвалебному гимну «Эшет Хайль», в котором прославляется достоинство богобоязненной еврейской женщины. Муж смотрит на свою жену и обращается к ней со словами этого гимна. «Многие женщины достигли успеха, но ты превзошла их всех». Кстати, какой муж может искренне сказать эти слова своей жене? Муж, который выполняет заповедь Торы: «Не блудите за сердцем своим и глазами вашими». Люди стреляют глазками направо, налево. Не давай своим глазам вертеться как вентилятору. Не блудите за сердцем своим и глазами вашими. Следите за чистотой, святостью. Человек на работе сталкивается с секретаршами, идет по улице, видит всякие рекламы, газеты. Ну, он после этого может своей жене сказать: «Ты всех превзошла?» В его мыслях вертятся какие-то другие образы. Но когда он знает: «Вот моя суженая, и нет у меня никого, кроме нее». Вот и все, как пишет Рабейну Бахае. Человек, который следит за чистотой своих глаз. Даже если он где-то что-то случайно увидел, на что он похож? На прохожего, который идет по улице и вдруг видит перед собой великолепную королевскую карету. И в ней сидит самая настоящая принцесса. Этот мудрец Рабейну Бахае жил 700 лет назад. И вот он пишет: «Вот ты видишь перед собой принцессу, и она прекрасна, нет слов. Но ты же не начинаешь фантазировать, как бы мне ее заполучить. Ты же знаешь, тебя это не касается. Тебя во дворец никто не приглашал». Так вот он пишет: так же и человек, который следит за чистотой своих глаз. Он знает: у меня есть жена, и ничто другое его просто не касается. И тогда он может почувствовать: моя жена самая лучшая, и ты превзошла всех. Начинается субботняя трапеза с традиционными песнями. Ребенок рассказывает выученные им буквы с гордостью. Ему 3,5 года, но он уже знает буквы. Их учат еще в садике, а в 5 лет уже он умеет читать. Все рады, обсуждается недельная глава Торы, вопросы, ответы. Как это чудесно сплачивает семью. В наш век, в будние дни, разве у людей есть время? Вот так собраться всей семьей, с ребенком 3-летним, с подросшими детьми, которым по 14-15 лет. Вся семья вместе. Вместе все садятся за стол, вместе кушают. Все спокойные, улыбчивые, никто никуда не спешит, ни на какую поездку. Сердечно рады друг другу. Если папа хочет почитать мораль, вот у него прекрасная возможность. Подготовь что-нибудь из недельной главы, ты должен заранее к этому подготовиться. Найди какую-нибудь интересную мысль в комментариях на Тору. Открой какую-нибудь умную книгу, почитай. Если ты замечаешь за своими детьми какие-то недостатки, они не помогают маме, не уважают старших, не следят за своим языком, обманывают. Ты его спрашиваешь: ты сделал уроки? Он говорит: конечно, чтобы отвязаться от тебя, потому что сейчас его занимает какая-то игрушка. А ты намекни ему на его поведение с помощью какой-то истории за субботним столом. Ты не говоришь ему про него лично, а просто расскажешь историю, как важно говорить правду. Что-нибудь из притчи еврейских мудрецов, что обманщику потом не верят, даже когда он говорит правду. И так далее. Гармония, спокойствие, субботние песни, благословение после еды. Можно выйти немножко прогуляться, заглянуть к друзьям, посидеть, поговорить. Идут спать, а утром встают на субботнюю молитву. Тот, кто ходит по утрам в субботу в синагогу, за год заканчивает всю Тору, которую читают там. Ведь что мы отмечаем каждый год в праздник Радость Торы? Симхат Тора – это праздник ежегодного окончания цикла чтения Торы в синагоге. Пройти Тору в синагоге от начала и до конца – как это здорово! А молитва – это уникальная возможность почувствовать Всевышнего. Возвращаются домой, и снова субботняя трапеза, песни. А вы знаете, что на иврите слово «шаббат» – это аббревиатура 3 слов. Сон в субботу приятен. По Кабале очень правильно прикорунил субботу. Есть один известный раввин, его зовут Рав Мейер Шварц. Так он говорит, что сефардские евреи говорят, что сон в субботу приятен. Это аббревиатура слова «шаббат». Но мы, европейские евреи, произносим не «шаббат», а «шаббес». Так как же у нас получается аббревиатура? Но это, конечно, все шутка. Так вот он пошутил, что по-ашкеназски сон в субботу – это «сабаба», то есть «кайф». Потом, отдохнув, еврей встает, идет на какой-то урок Торы или выходит погулять с семьей. После полуденной субботняя молитва, потом снова трапеза, атмосфера семьи. 24 часа покоя, без денег, абсолютная оторванность
от новостей, политики. Как написано в пророком Исаия: «Если ты удержишь в субботу ногу свою, дабы не совершать в святой день мой свои будничные дела, и назовешь субботу наслаждением». Есть мицва делать в субботу приятные вещи. Кстати, что обозначает «если ты удержишь в субботу ногу свою»? Это значит, что в субботу даже твоя походка не должна быть похожа на будничную. Надо ходить спокойно, не торопясь. Но только если ты идешь в синагогу, тогда ты можешь побежать, чтобы успеть на молитву. «Если ты удержишь в субботу ногу свою, дабы не совершать дело своих в день святой, и назовешь субботу наслаждением, святой день Господа важным, и уважая его, не совершая путей своих, не исполняя желаний своих и не говоря всуе», то есть даже разговор в субботу не может быть будничным, «вот тогда будешь наслаждаться Господом, и превознесу я тебя на высоты земные, и дам отведать тебе наследие отца твоего Якова. Уста Господа изрекли это. Так говорит тебе Всевышний, Творец всего мира». И он гарантирует выполнить свое обещание. Что значит «не говорить всуе»? Разговор в субботу не должен быть о денежных проблемах, которые тревожат тебя. Кстати, есть разрешение говорить о деньгах? Например, ты можешь обсудить со своей женой уже сделанные расходы, ну, например, на свадьбу сына в прошлом году. Вот мы заплатили столько-то за то, за то, за все. Можно так говорить в субботу? Если это касается только прошлого, то можно. Но если у этого разговора есть какие-то последствия, касающиеся будущего, тогда это запрещено. Об этом в субботу не говорят. Это уже вносит будничную, суетную атмосферу. Если ты только резюмируешь сделанные расходы, например, на пристройку после того, как уже за все заплачено, все долги выплачены, и тебе почему-то хочется это обсудить с женой, сколько заплатили маляру, сколько столяру, это можно, потому что этот разговор ни к чему не ведет. Но если ты в ходе этого разговора делаешь расчеты, чтобы знать, сколько заплатить подрядчику или какой-то долг закрыть, этого делать ни в коем случае нельзя. Благочестивые люди, которые стараются строго соблюдать еврейские законы, вообще не говорят ни о каких деньгах в субботу. Они ставят планку выше. Все, что касается будничных дел, даже то, что можно говорить в субботу, они не говорят. Мало что ли есть тем в Торе, в Талмуде для обсуждения, что надо про какую-то еще ерунду говорить? Даже если по Галахе это можно. Представь себе этого человека, он фактически совершает медитацию, лечебное расслабление, уют, спокойствие, гармония 24 часа подряд. Сегодня люди готовы платить бешеные деньги, чтобы их довели до такого состояния. Едут в гостиницы, сегодня люди, даже относительно бедные, считают своим долгом иногда поехать в гостиницу. Берут в рассрочку, залезают в минус, пытаются экономить на том, чего нет. Вот спросите этого человека, зачем тебе все это нужно? Ну и дома ты можешь покушать, и дома, но он тебе ответит: я хочу просто успокоиться. Жена требует: ну давай на пару дней, на неделю куда-нибудь поедем, чтобы я ничего не варила, не убирала. Хочет себя человек почувствовать эдаким барином, ну почувствовать себя хорошо. И поверьте, что владельцы гостиниц хорошо знакомы с этой психологией, с этими принципами, что человек хочет себя почувствовать на высоте. И поэтому что они делают? Они устраивают всю систему гостиничного сервиса так, чтобы человек чувствовал: я здесь царь. Ты подходишь к гостинице, двери сами собой открываются. Ты протягиваешь руки к крану, вдруг сама собой течет вода. Вокруг снуют горничные, официанты. Ты усаживаешься за стол как аристократ, тебя обслуживают, что надо что-то варить, тебе все приготовят. Но обратите внимание, сколько человек готов заплатить, чтобы почувствовать себя царьком. И вот Всевышний, да будет он благословен, говорит человеку: я хочу, чтобы ты в своем доме хотя бы раз в неделю почувствовал себя царем. В эти 24 часа не просто ничего не надо делать, потому что вся еда уже приготовлена и стоит на плате, все электричество подключено к реле времени, никаких денег, звонков, никаких моек машин. Все это осталось в буднях позади. И, о ужас, даже новости. Есть люди, которые думают: ну как же я проведу 24 часа без новостей? Раньше по радио новости были каждый час. Не важно, что повторяли одно и то же. Надо, чтобы каждый час что-то передавали. Сейчас уже каждые полчаса передают экстренную сводку. Ну не сейчас, уже несколько лет назад это сделали. Каждые полчаса сводка новостей. Почему? Но есть люди, которые просто на этом помешаны. Не дай бог они что-то пропустят. Здравствуйте, уважаемый господин Ушинский. Добрый день. Итак, мы с вами сидим в будний день за чашкой чая, но поговорить мы хотим об атмосфере субботы, ведь в конце концов вся наша неделя между субботой и субботой. Но для начала немножко расскажите нам о себе, откуда вы, кто вы, как вы дошли до этой жизни в Бнебраке,
Итак, вы хотите поговорить о субботнем рае посреди недели? Вот это ваша цель. Ну что ж, вполне хорошая цель, ведь на самом деле субботний свет освещает все остальные дни недели. Должен вам признаться, что до того, как я вернулся к религии, я, конечно, проводил субботы по-другому. Вы работали без выходных? Да нет, в субботу у меня был выходной, просто распорядок дня был зачастую плотнее, чем в будни. Надо внести ясность. Конечно, в субботу можно поехать в бассейн, на море, в ресторан, к друзьям, туда-сюда, но разве это главное? Вся эта беготня, зачем она на самом деле нужна? У шаббата есть поразительные свойства. Я это хорошо понимаю, как занятый человек, я адвокат по профессии, всю неделю тяжело работаю, график забит делами под завязку. Представьте себе, какие я переживаю схватки, какую борьбу. Это же сумасшедшая работа быть адвокатом. Каждый раз, когда я представляю своего клиента в суде, я чувствую, как будто я нахожусь на фронте мировой войны. И вот наступает суббота, и я приучил себя не думать ни о каких делах в этот день. Может, вам трудно поверить, но в субботу я отрезан от всего. Ни одна мысль о делах у меня даже не возникает. Я чувствую, что это подлинный отдых. Не случайно говорят, что суббота благословляет все остальные дни недели. И я чувствую это благословение как зарядное устройство. Вот это так же, как ваш мобильник. Вы же не можете по нему говорить, говорить и говорить бесконечно. Раз в день, в пару дней надо его поставить в зарядное устройство. Вот человек должен это почувствовать. Если он будет соблюдать субботу как полагается, он почувствует, что это самое лучшее зарядное устройство. После чего ему гарантировано 6 дней безотказной работы. Он зарядился на 6 дней. До кануна следующей субботы. Субботняя трапеза — это необычный получасовой прием пищи. Наконец ты сидишь среди своих детей. Ты говоришь с ними, ты поешь с ними, а? Класс. Ты танцуешь со своими детьми? Спроси у них. Вот здесь, в этом салоне, они стоят в очереди, никто не готов уступить. Ну, кто следующий танцует с папой? Они играют в живой поезд, и я остановлю вместе с ними паровозиком. И все поют, и танцуют, от мала до велика, все рады, просто чудесно. И кто-то мне предложит поменять этот отдых на что-то другое? Да ни за что на свете. Вот так каждую неделю к вам приходят люди, вылавливают рыбу сеткой, и все это в честь Святой Субботы? Ну конечно, какая же суббота без рыбы? Я вижу, тут люди к вам заходят, уставшие от жары, от работы, видят вашу улыбку, видят полученную рыбу и с удовольствием расплачиваются. Что это значит? Люди обычно, когда платят, не так уж довольны. Обычно, когда человек идет в ресторан, он потом подсчитывает свои убытки. У нас, когда покупают в честь субботы, то люди думают, что они заработали. Люди хотят исполнить заповедь, поэтому они улыбаются, довольны покупкой. Не торгуясь, расплачиваются, благодарят, как будто бы их здесь мороженым угощают. Представьте себе, каждую неделю сюда приходит специальный посланник главного раввина бельских хасидов и спрашивает, где тут у вас золотой карп. Это довольно редкое явление, золотой карп. И вот в общине бельских хасидов никогда не идут на компромисс. Они во что бы то ни стало хотят каждую субботу, чтобы их раввина был золотой карп. Шаббат шалом! Здравствуйте, госпожа Вайнберг! Здравствуй, Рами! Ого, что тут готовится? Такая чистая кухня и столько всякой вкуснятины. Да, сейчас она наконец чистая. Побывал бы ты здесь 3 часа назад. Я что-то не понимаю, сегодня только четверг. У вас что, сегодня гости, день рождения? Да нет, мы просто готовимся к шаббасу. На самом деле мы всю неделю к нему готовимся. Вот это все на шаббат? Да-да, совершенно верно. А что, нельзя купить какую-нибудь зажаренную курочку? Первое блюдо, второе, фаршированные перцы, жареное в духовке мясо. Представьте себе, вся моя готовка на самом деле только ради субботы.
Обычно посреди недели мы кушаем очень простую пищу, безыскусную. Но в честь субботы я должна постараться приготовить самые лучшие блюда, которые я только умею готовить. Я все время пытаюсь раскрыть этот секрет. Где же та приправа, которая делает субботнюю еду такой вкусной? А, ты хочешь знать, что это за приправа? Это суббота сама. Я не могу понять, как это работает. Я иногда, бывает, пробую субботнюю еду до субботы или после субботы. Я чувствую вкус другой. Те же самые блюда в субботу вкуснее. Но это ты меня не должен спрашивать, это написано в Талмуде. Уже тысячи лет назад наши еврейские мудрецы раскрыли эту тайну, что еда, которая приготовлена в субботу, ее надо кушать в субботу, и тогда она будет особенно вкусной. Она будет обладать несравненным особым ароматом. Это невозможно объяснить. Мы с вами пришли к религии из другой жизни. И вот задается вопрос, что же произошло, что изменилось, какой пробел заполнила суббота, которую мы стали соблюдать. До того, как мы переехали в центр религиозной жизни Бнебрак, мы жили в городе Герцлия-Петуах, известном своей респектабельностью. Это очень престижное место, и там было все, чем наслаждается израильский истеблишмент. На самом деле, только сейчас, когда мы уже стали религиозными, мы начинаем понимать, как многого там нам не хватало. Я прекрасно помню, как мы тогда проводили выходные в этой суете, спешили занять место на пляже по этой жаре, а потом возвращались домой все в песке, бегали по ресторанам и стояли там в очередях. Потом возвращались домой совершенно опустошенными, уставшими и на самом деле не получив какого-то особого удовольствия. Сегодня совершенно другое дело. Во-первых, суббота придает нашей жизни какое-то особое духовное измерение, которого раньше не было. Ведь на самом деле светский человек не ощущает большой разницы между выходными и буднями, между субботой и другими днями. Сегодня мы эту разницу чувствуем. В этот день... Это единственный раз, когда ты по-настоящему находишься с семьей. В прошлом, я помню, мой муж, деловой человек, все время с двумя мобильниками под ухом. Ни секунды отрыва от этой сумасшедшей жизни. А сейчас, когда наступает суббота, ты можешь сосредоточиться, как будто бы весь мир остановился. Все забывают о своих будничных проблемах, делах, и это потихоньку входит в свое подсознание. И как известно, Галаха запрещает говорить о будничных делах в субботу. Так о чем мы говорим? Мы обсуждаем вещи, которые нам приятны, то, что приносит духовное удовольствие. Не бегаем как сумасшедшие, не ждем в очереди, не ищем автостоянку, не копаемся в песке, не в жаре. Как это здорово быть дома, с семьей, пригласить гостей, кушать, петь, отдыхать, ведь отдых в субботу это заповедь. Читаем что-то умное, интересное, выходим прогуляться. И вот так у нас проходит суббота, и мы выходим из нее духовно обогащенные. Часто религиозным людям задают вот такой каверзный вопрос. Ведь когда-то, когда евреи получили заповедь не зажигать огонь в субботу, как люди в древности добывали огонь? Брали какие-то камни и били один на другой. Вот это я понимаю работа, поэтому Бог и запретил евреям вот так напрягаться в субботу. Но сегодня я включаю зажигание в автомобиле. Конечно, выходит искра, но я же не устал, я просто на кнопку нажал. Вышла искра, но ведь я же не перетрудился. Подумаешь зажечь зажигалкой и сигарету? Ведь Бог хочет, чтобы я в субботу отдыхал, правильно? Так в чем проблема? Вот так мне приятно, вот так мне хорошо. Однако ответ да нельзя прост. Давайте спросим, а вообще в субботу можно уставать или нельзя по Торе? Ответ. Если это нужно для субботы, то можно уставать. Тебе надо, например, поднять тяжелые подносы, полные едой, с одного этажа на другой. Есть какое-то празднество, много гостей, и вот ты несешь эти подносы. Так это можно в субботу или нельзя? Ну, конечно, можно. Если у тебя в курятнике 300 куриц, и тебе надо их покормить в субботу, можно или нельзя? Не только можно, а нужно, это заповедь заботиться о животных. Ведь в Торе написано «И дам я траву в поле животному твоему, и поешь ты, и насытишься». Отсюда учат наши мудрецы, что если у тебя в хозяйстве есть всякая живность, ты должен сначала о них позаботиться, а потом садиться за стол. Несмотря на то, что человек это венец творения, о нем вроде бы надо было сказать вначале «И поешь ты, и насытишься, и дам я траву в поле скоту твоему». Но в Торе написано «И дам я траву в поле животному твоему, вначале животному, а потом только человеку». Поэтому, говорят мудрецы, отсюда мы учим конкретную инструкцию
Запрещено человеку садиться есть, если он еще не покормил своих животных. Если они голодны, тебе нельзя есть. И вот получается, что в субботу, конечно же, их нужно кормить. Но ведь он же устает, он потеет. Но это не только можно, но даже вменяется в обязанность. Ты обязан их кормить. Или представим, что на каком-то празднестве поручено расставить столы. Сколько это работы? Предположим, ради жениха и невесты. Ну, ты же устаешь, так это можно или нельзя? Это не только можно, это нужно. Итак, вывод ясен. Уставать ради того, что нужно в субботу, можно. А ради того, что ты делаешь для будней, нельзя. Делать работу, даже очень легкую, но ради подготовки к будням, ни в коем случае нельзя. Например, сразу после субботы вы планируете какое-то празднество. И вы хотите убрать дом, все подготовили для того, чтобы принять гостей. Даже если это вам не трудно, этого делать нельзя. Это неуважение к субботе. Пускай выйдет святая суббота, сделайте авдалу, тогда делай что хочешь. Но вот если это нужно ради субботы самой, тогда можно уставать. Так что же тогда в субботу делать нельзя? Если можно уставать, почему тогда я не могу зажечь огонь? Здесь скрывается очень глубокая идея, но если вдуматься, то вы увидите, насколько она проста. Ведь на нашем святом языке у каждого слова есть объяснение, почему эта вещь именно так называется. И есть два разных слова – «авуда» и «мелаха». Обычно люди даже не понимают, какая между этими словами разница. Мелаха и авуда. И то, и другое переводится как работа. Но давайте проанализируем и обнаружим интересную вещь. Какие три корневые буквы образуют слово мелаха? Мем, ламит, кав. Получается мелех. В переводе с иврита царь. А какие три буквы образуют похожее по смыслу слово авуда? Айн, бет, далет. Получается эвид, то есть раб. Вот так сюрприз. Вроде бы два слово синонимы, но когда их анализируешь, оказывается, что в них подразумеваются люди, находящие на двух разных концах социальной лестницы. Царь и раб. Так как же может быть, чтобы эти два слова обозначали одно и то же, мелаха и авуда? Ведь одно из этих слов намекает на царя, а другое на раба. И вот так с помощью тайн, вскрытых в святом языке, мы можем проанализировать, какая же разница между мелаха и авуда. Если я работаю, устаю, потею, передвигаю столы, ношу подносы тяжелые, я что-то при этом произвожу новое? Нет. Это называется авуда или мелаха? Это авуда, потому что я работаю как раб, то есть прилагаю усилия. А если я творю, при этом совершенно не уставая? Без всяких усилий, зажигая спичку, создаю новый огонь. Я царь, я царствую над природой. Я что-то создаю, творю. Вот это называется мелаха. Когда человек сшивает или сеет, выполняет любую из 39 видов запрещенных в субботу работ. В Торе это называется не авуда, а именно мелаха. Если человек думает, что Тора запретила зажигать огонь, потому что это авуда, неправда. Если бы причиной было усилие, то это вообще можно было бы делать в субботу, так же как можно напрягаться. Бог заповедал евреям прекратить всякую работу, мелаха. И почему? Вот сейчас мы проникнем еще глубже. Зачем вообще Всевышний дал нам заповедь соблюдать субботу? Написано в Торе, и пускай соблюдают сыны Израиля шаббат, чтобы делать шаббат союзом вечным. И это будет знак между мной и сынами Израиля. Что значит знак? Какой знак? Это знак, который дал Творец мира, что 6 дней создавал Творец небо и землю, в 7-й день прекратил работу и пребывал в покое. То есть, Господь говорит нам, я сотворил мир за 6 дней, материя это 6. В 7-й день я прекратил работу. Тот, кто признает истинность этого, того, что мир сотворен и сотворен в 6 этапов, пускай он проявит свою веру тем, что он тоже будет отдыхать в субботний день. И это будет знаком союза между мной, Творцом, и им, человеком. Чтобы человек прекращал работу в субботний день. Чтобы что он прекращал, мелаха или авуда? Мелаха. А почему мелаха? Когда Бог творил мир, он устал? К Богу вообще не относится понятие усталость. Кроме того, давайте проверим, каким образом Бог сотворил этот мир. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И сказал Бог, да будет небосвод, и стал небосвод. 10 речениями он сотворил все существующее. Он не устал.
Он работал? Нет, он не работал, он созидал. В Торе не написано, что Всевышний решил отдохнуть, потому что он устал от работы. Написано, что он прекратил созидание. И точно так же, когда он приказывает нам, евреям, соблюдать субботу, что он напишет в Торе? Не прекратите авуда, а прекратите мелаха. То есть субботу запрещено именно созидать. Давайте посмотрим на эти 39 запрещенных в субботу работ. Например, сеять. Человек бросил зернышко в поле. Он что, от этого устал? Он сделал авода? Нет. Но он произвел что-то новое. Он начал процесс роста растения. Это мелаха. Это то, что Бог запрещает делать в субботу. Не быть в субботу царем этого мира. За этим скрывается замечательная мораль для человечества. Когда человек чувствует в субботу желание что-то сделать, и он этого не делает, он тем самым признает властелина и творца мира. Человек становится скромнее, принижает себя перед Всевышним. Но не только перед Всевышним, он вообще приобретает качество скромности, которые потом проявляются и в семье, и в отношениях на работе. Он вообще становится другим человеком. Но тот, кто живет с ощущением «все, что хочу, то и делаю», никто мне не указ, ни человек, ни Бог. Посмотрите, как такой человек страдает и заставляет страдать всех окружающих. Подведем итоги нашей лекции. Что дает суббота? Она сплачивает семью. Она дает человеку силы и благословения во всех его делах в течение будних дней в неделе. Спокойствие и гармонию. И не надо никаких медитаций, не надо искать каких-то патентов. Но надо знать, что Бог заповедал не делать в субботу 39 работ, это только каркас соблюдения субботы. Это еще не само здание, это только его основа. Вот ты должен наложить на эту основу свою собственную субботу. На встречу субботе пойдем, потому что она источник благословения. Туда рада, и эрев тов. В следующих выпусках видеопутешествий с Равом Замиром Коэном смотрите. Тайны букв священного языка. Сила речи. Научные исследования о влиянии речи на воду. Пророчество о конце времен. Есть ли жизнь после смерти? Мир и человек с точки зрения каббалы. Эти и другие увлекательные лекции Рава Замира Коэна с переводом на русский язык вы можете заказать в Израиле по телефону 050-733-0043. За пределами Израиля звоните, код Израиля 972, дальше 507-33-0043. Электронная почта toranet@014.net.il. Свободно владеющие языком иврита могут заказать лекции по указанному на экране. И это еще не все. Вы смотрите видеоролик о деятельности организации «Хитабрук», возглавляемой
арабов зовем. Приглашаем вас принять участие в распространении еврейских знаний по всему миру. Смотрите видеозаписи этих телепередач с переводом на русский язык. Потрясающее интервью, взятое нашим корреспондентом Ами Тамиром. Авихай Коэн, в прошлом израильская фотомодель международного класса, а ранее офицер частей командо. Вот парень, которого вы сегодня видите, его зовут Авихай Коэн. Он уже был на телевидении несколько месяцев назад. Посмотрите, пожалуйста, как он выглядел всего лишь несколько месяцев назад. Фотомодель международного класса. Воин и дух. В прошлом ниндзя, а сегодня раввин Арам Цабар. Он поднял чайник одной рукой, другой придерживая свой рукав. Таким образом, наливая себе чай, он спрашивает меня: «Откуда ты?» Я ему отвечаю по-японски: «Я из Израиля». Вдруг он остановился. «Исраэль, вы говорите? Так это иудая джин деска? Это значит, это иуди?» «Ты из Израиля, значит, ты еврей?» «Мучилун! Иудая джин десне!» Я говорю: «С почтением, дамы, господин!» Он поставил свой чайник и говорит: «Ты еврей, ты пришел учиться ко мне?» Я ему отвечаю: «Ну и что, что я по национальности еврей? Ведь ты же великий учитель, ты знаешь все энергии, владеешь всякими тайнами». А он мне говорит: «Но ведь корень наших знаний взят у евреев. Зачем же ты пришел учиться сюда? Иди, учись там!» Я был просто поражен.